Друзья, всем привет! Сегодня рассказываю про огненную тетру, которую также называют красной. Аквариумисты СССР называли ее тетра фон Рио. И после красного неона считали едва ли не самой красивой тетрой. Многие отдают ей это звание и сегодня. Но сказать, что рыбка супер популярна среди аквариумистов, несмотря на ее потрясающую неприхотливость, будет неправдой. Может быть, секрет непопулярности в том, что в стрессовых условиях, при плохом питании, эта тетра утрачивает свою окраску, и покупатели видят просто маленькую блеклую рыбку, на которую вряд ли кто и внимание обратит. Но если вы способны обустроить не то чтобы суперкомфортный, а хотя бы просто нормальный аквариум, обеспечить нормальное питание, смело берите этого гадкого утенка. Рыбка очень вынослива, и ее можно смело рекомендовать новичкам. По условиям содержания можно прочитать на aquamegapedia.ru. Стиле вы не решили оформить аквариум, помните, для этих тетр потребуется укрытие из растений и свободное пространство для плавания. Рыбка всеядна, но не стоит забывать включать в рацион живые корма для проявления окраски. Разводится эта тетра очень легко, поэтому с ее помощью новички могут начинать осваивать тонкости размножения аквариумных рыбок. Друзья, смотрите остальные наши видео на канале Аквамега Клуб. Нажимайте на кнопку внизу, чтобы подписаться и не пропустить свежие ролики. Читайте статьи и блоги на aquamegapedia.ru и присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ссылки на них в описании ролика. Тому, кто поставит лайк видосу, отдельное спасибо. Всем пока и да пребудет с вами Биобаланс.